Преступления на почве ненависти, мотивированные предубеждениями в отношении, например, религии или национальности, посягают на основные права человека. Тем не менее, потерпевшие зачастую не сообщают властям о таких преступлениях. Это может объясняться недоверием государственным органам, а также другими причинами, такими как языковой барьер, незнание законодательства о преступлениях на почве ненависти или страх мести. Но группы гражданского общества, будучи активными членами сообществ, обладают уникальными возможностями для преодоления разрыва между жертвами и местной властью. Они могут консультировать потерпевших при осуществлении юридических процедур, а также предлагать им медицинскую и психологическую помощь. Роль гражданского общества этим не ограничивается, оно может способствовать предоставлению достоверных данных по преступлениям на почве ненависти. Из-за многочисленных случаев несообщения о таких преступлениях официальные правительственные данные часто недооценивают фактическое количество этих преступлений. Но группы гражданского общества собирают и отслеживают информацию о преступлениях на почве ненависти в своих сообществах. Мы стараемся ежегодно направлять ДИПЧ данные, которые дают представление о проявлениях ненависти к мусульманам в Великобритании на национальном уровне. Это позволяет ДИПЧ увидеть, что происходит на местах в разных странах, и побуждать правительство к разработке законодательства или отслеживать тенденции того, что происходит на международном уровне. Чтобы улучшить работу гражданского общества, БДИПЧ собирает представителей гражданского общества и обучает их тому, как распознавать и регистрировать преступления на почве ненависти. Мы много узнали о защите потерпевших, а также о новых тенденциях в осуществлении мониторинга. В конечном счете, я думаю, что сотрудничество имеет ключевое значение, когда речь идет о стремлении по-настоящему обеспечить уважение прав людей, которые этого заслуживают. Чтобы получить дополнительную информацию о нашей работе с гражданским обществом, посетите наш веб-сайт.